Криптовалюта – это тема, которая в настоящее время освещается в средствах массовой информации и обсуждается в мире. Мировые лидеры знают потенциал блокчейна и рынка криптовалюты в развитии различных секторов экономики. Bitnor предлагает самую лучшую информацию, обзоры и идеи для всех, кто интересуется криптовалютами, что позволяет им лучше понять мир криптовалюты. Платформа уникальным образом сочетает в себе индексацию криптовалюты блокчейна. Данные исходного кода, сетевые данные, рыночные данные и данные новостей, помимо которых сильное сообщество управляет и предлагает анализ. Таким образом, Bitnor включает в себя совершенный набор средств криптоинтеллекта. Основываясь на этих механизмах данных, Bitnor предоставляет обширный интерфейс, позволяющий получить доступ к лучшей торговой аналитике, индикаторам и анализам сообщества недавно перечисленных монет. Таким образом, проект поможет вам торговать намного лучше, чем когда-либо прежде. Неоспоримый факт, что мы живем в быстром мире, который даже становится быстрее. Вы откладываете сон, вы проигрываете. Воспользуйтесь преимуществом связи в реальном времени, присущим всем приложениям Bitnor. Держать ли вас в курсе последних новостей, общаясь с вашими пользователями Bitnor, чтобы получить информацию о том, что происходит вокруг экосистемы криптовалюты. Используйте возможности алгоритма анализа ценовых данных, которые позволяют на раннем этапе обнаруживать тенденции изменения цен на новые криптовалюты, давая вам возможность заработать на благоприятных изменениях рынка. Bitnor выполняет и представляет анализ агрегированных данных из различных областей и средств массовой информации, предоставляя нашим пользователям передовой обзор инвестиционных возможностей в области криптовалют. Экосистема соединяет точки между проверенными наборами данных и цепочками блоков, построенными на высокозащитных и высокопроизводительных сервисах. Команда стремится подключиться как можно ближе к биржам и сделать наши гири, произведенными i1, доступными для партнеров и клиентов GAGDAS. В конечном итоге ключ к ценностям – это необходимость и использование. Более подробную информацию смотрите на официальном сайте, все ссылки указаны под видео.